time of the year you've been told something magic that never gets. Всем привет! Всем привет! Это Иван, это Илья. Мы новые участники семейной кухни. Старых мы отправили в отпуск, и новое блюдо мы будем готовить специально для вас. Я думаю, оно вам очень понравится. Будет очень вкусно. До этого мы оставались за кадром и только пробовали. В этот раз мы приготовим, постараемся сделать это очень классно. Да. Сегодня мы поделимся с вами рецептом очень вкусного салата. Мой брат называет его викинг, я его называю фаворит, вы можете его назвать как угодно. Самое главное, что этот салат очень сытный и вкусный, он подойдет для любого новогоднего стола. Итак, какие продукты нам понадобятся для его приготовления, расскажет мой брат Илья. Копченая курица, грецкий орех, красная консервированная фасоль, малосольные огурцы, яйца, чеснок, лук, петрушка, красный перец, гранат и майонез. Иван, с чего мы начнем? Мы начнем с разделки курицы. Нам нужна чистая мякоть, поэтому мы будем ее отделять от костей и кожи. Берем курицу и добываем мякоть. Каждый по кусочку. По своему, да? Сначала снимаем шкуру. Я жир тоже убираю, потому что он не нужен. Жирно в салате. Вань, нам салата только с тобой на двоих, наверное, хватит. Ну, продуктов, да. Так как у нас аппетит семейная кухня облизывается, но мы, наверное, ничего не дадим, да? Так как у нас аппетит хороший, косточки в сторону. Да, косточки не кидай с мясом вместе. Можно, конечно, пропустить это чуть через мясорубку для любителей каких-то. Отделяем. Что, у нас получается чуть-чуть зверский способ у нас. Ну так просто быстрее будет. Получается? Да, получается. Я просто привык все делать Нет, не на скорую руку. Просто не люблю медленную работу, поэтому я делаю все быстро. У меня уже пошло отделение мякоти. Уже я почистил от кожи. Так. Что? Не так долго осталось ее чистить. Все, ты уже обрезаем мясо. Обрезаем тарелочку. Специально для мяса. Чистая мякоть. У нас и звери будут рады, и только угощение. В итоге у нас получилась целая тарелка мяса. Теперь нам нужно его порезать мелко. Ну что, берем его, нарезаем. Берем несколько кусочков и нарезаем мелко его. Вот это. Наверное, сестре первой дадим, да, попробовать наш салат. Потому что она нас всегда балует, угощает. Поэтому я думаю, она будет у нас первая пробовать. Мужиков вторых пропустим. Вот такими кусочками режем одинаково. Курица у нас обалденная, очень вкусно пахнет, копченая, свежая, уже есть охота. С курицей нам очень повезло, да. С курицей повезло, выбрали шикарную, она и не жирная, она не слишком жирная, она и, вот и то, что надо как раз для салата. И не слишком копченая. На вкус нежная и ароматная курочка. Не слишком мягкая, средней жесткости, то, что надо. На новогоднем столе должен обязательно быть салат с копченостями. Я думаю, что у многих он окажется к Новому году. Там здорово будет, конечно. Каждый захочет попробовать салат вот с такой копченой курицей. Будет. Нарезанное мясо перекладываем в глубокую посуду. Мое добавляем, да. У нас получится много мяса. Мое добавляем. Мужской салат вообще. Мужчин будете своих радовать. Я думаю, и женщины будут довольны. Да вся семья будет довольна. Добавляем пару ложек столовых майонеза и перемешиваем. Майонез добавляем по вкусу. Нам главное, чтобы салат был сочным, но не очень жирным. Вот, мне кажется, такое количество майонеза самое оптимальное для этого салата будет. Мясо подготовили, так как у нас слоеный салат. Мы берем большое блюдо и выкладываем первый слой мяса. А я тем временем буду нарезать лук. Красиво, нарезаем. С любовью, потому что его едят не только мужчины, но и женщины. Молодец.
Я буду нарезать лук мелко. Первый слой, как следует, разравниваем по тарелочке, слегка приминая. Вот таким вот образом. Равномерно все делаем. Да, аппетит только нарастает. Слой мяса посыпаем зеленым луком сверху. Равномерненько так. Оп. Уже красиво. Уже хорошее красота. Сочетание зелени и мяса. Теперь подготавливаем второй слой. Он у нас состоит из красной консервированной фасоли, острого перца и чесночка. Кто у нас что режет? Я думаю, ты порежешь острый перец. А я думаю, я чесночок порежу. Поехали. Только не на скорость. Не будем соревноваться. Спокойно, Вань. Острого перца я возьму половинку, так как целых будет очень много. Нарезаем мелко красный острый перец. Чеснок нарезаем очень мелко, квадратиками. Можно измельчить его с помощью чеснокотовилки, но я люблю резанный, поэтому я нарежу его очень мелко, будет ничем не хуже, а может лучше. Кто любит поострее, может себе больше добавить чеснока. Я пару зубчиков добавляю, так как я уже готовил этот салат, будет замечательно. Фасоль. Берем фасоль, консервированную красную, и добавляем в глубокую миску. Чашку. Вот так, чтобы было легче перемешивать. Ну еще перец туда добавляй. Сначала чеснок давай. Да без разницы. Все равно все перемешается, поэтому без разницы. Добавляем острый красный перец. Пару столовых ложек майонеза. И тщательно это потом перемешиваем. Сейчас перемешаем все. Смотрите сами по консистенции, если вам достаточно майонеза. Кому-то может мало, добавляйте, чтобы больше было. Если суховато, можете добавить себе. Думаю, так достаточно у меня будет. Выкладываем второй слой. И разравниваем его. Получается очень симпатично. Следующий слой у нас пойдут малосольные огурчики. Давай я порежем их вместе, дружно. Тоже мелко режем. Мы всегда делаем все вместе. Все вместе. Все вместе. И работаем вместе, и режем, и готовим. Выкладываем огурцы поверх фасоли и распределяем по всей поверхности. Поверх огурчиков нам нужно сделать сетку из майонеза. Для этого нам надо надрезать уголочек пакетика и аккуратно распределить майонез. Вот так вот мы делаем. Аккуратно. Маленькое нам нужно отверстие. И заключительный последний слой — вареные яйца. Берем две терки и натираем 6 яиц на крупной терочке. Салат такой красивый, аж настроение поднялось вообще, здорово. Яйца мы взяли домашние и вам советуем, потому что салат от этого будет еще вкуснее. Аккуратно распределяем яйца по всей поверхности. Заключительную сетку из майонеза. Заключительный этап, осталось украсить салатик. Для этого нам надо будет гранат, орехи и зелень. Мелко нарезаем орехи и зелень, и орехи, и зелень. Вышли на финишную прямую, скоро этот салат перед вами предстанет в полной красе. А мы сможем его попробовать. Да. Смешиваем орехи с зеленью. Вот таким вот образом. Такая подушечка красивая будет. Новогодняя, да. Зеленчушка с орешками. Зелень будет напоминать нам хвою, а орешки — игрушки. Такой вот новогодний салат у нас будет. Осталось почистить гранат. Разламываем. Давай, помогу тебе. Мы все чистить не будем. Зерен не так много надо. Как игрушки на новогодней елке будут. Украшаем салатик гранатом.
Наш салат готов. Желательно дать ему настояться в холодильнике, но у нас нет этого времени, поэтому мы его будем пробовать сейчас. Аккуратно открываем замочек и снимаем форму. Вот такая красота у нас получилась. Вот такой шедевр. Получился салат ярким, новогодним. Будем пробовать его сейчас с удовольствием. Настал самый долгожданный момент, мы сейчас будем это пробовать. Очень красиво, я думаю, что очень вкусно получился салат. Я даже не сомневаюсь. Очень вкусный получился салатик. Все продукты очень хорошо сочетаются, пикантные, вкусненькие. Мясо, все обалденно, и фасоль, и все у нас, и яйца, и майонез, все, что надо, все в тему. Салат получился замечательный, в этом салате собраны все вкусы, и сладкое, и соленое, и остренькое. А особую пикантность этому салатику придает красный перчик и чесночок. Обязательно постарайтесь приготовить такой салатик на Новый год, ваши близкие и родные останутся довольны. Напишите в комментариях, какие вы любите готовить салаты для новогоднего стола. Только не стандартные салаты. Оливье, селедку под шубой, мимозу не нужно писать. Надеемся, что это видео будет вам интересным и полезным. И вкусным. Мы на этом с вами прощаемся. Всем приятного аппетита. Пока.